у нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Мариты. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Мариты. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Артур, приветствую всех. Артур, приветствуем вас, уважаемый Артур. Артур, на А ударение, понял, Артур. Приветствуем вас, уважаемый Артур. Вы куратор или учитель Мариты? Я куратор, курирую душу. Благодарю вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы проводили недавно чистку Мариты. Сегодня проводили проверку. Она чистая. Сейчас у нее остались 10 вопросов, которые она хотела задать бы вам. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Именно за этим я здесь. Благодарю вас. Начиная с первого вопроса. Кто я как душа? Или откуда моя душа? Ты солнечная душа. Тебе солнечной энергии. На этом месте мы приветствуем представителя звезды Солнца. Мы очень рады вашему присутствию в этой комнате диагностики. Это любезно с вашей стороны принимать нас здесь. Мы с удовольствием это делаем, это наша миссия. Уважаемый Артур, можем идти дальше? Можем переходить. Ко второму вопросу. Второй вопрос. Каковы мои задачи на Земле? Очень просто. То, что делает Солнце, это светит, согревает, несет жизнь. В этом и есть твои задачи. Сохранять теплые энергии, нести их жизнь, светить, производить, создавать. Именно это ты и делаешь. Душа показывает, руки делают. Задача солнечной души — не гаснуть. Всегда находить в себе силы, разжигать свой стержень изнутри. Благодарю вас. Перехожу к следующему, третьему вопросу. Выполняю ли я свои задачи сейчас? Безусловно, выполняешь. Иногда огорчения и эмоции тормозят твое развитие, но в целом душа довольна развитию и прохождению своего опыта на Земле. Продолжай развиваться. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Я его не совсем понимаю, я зачитаю, как он написан. Как долго я нахожусь на Земле? Могу предположить, что этот вопрос о воплощениях земных. Безусловно. Это шестое воплощение на Земле. Шестое воплощение. Благодарю вас. Пятый вопрос. Какой опыт я имею на других планетах? О, это вопрос скорее к душе. Я куратор лишь на эту земную жизнь. Непостоянный куратор. На этот вопрос лучше ответит твое высшее я. Или же ты сама можешь услышать многие отголоски. Я уверен, что ты воплощалась на разных планетах Солнечной системы в том виде, как вы ее знаете. У нее еще будет один вопрос чуть позже по этой теме. Хорошо, можем идти дальше? Пожалуйста. Шестой вопрос. Он уже, в принципе, вопрос отвечен. Из какой цивилизации я происхожу? Цивилизация – это то, где проходит душа, свой опыт. Цивилизация были разные на планете Земля. Сейчас ты человек и проходишь опыт цивилизации человеков. На объекте Земля. Именно так. Благодарю. Были разные цивилизации на объекте Земля. Они и сейчас где-то существуют. Душа же была рождена на Солнце. Соответственно, несет солнечные энергии. Благодарю вас. Здесь все понятно. Седьмой вопрос. Какие задачи я решала на Атлантиде? Я боюсь, вам все-таки придется посмотреть в архивах, если такая ситуация была, если можно вас попросить.
Да, я открою архивы, несомненно, раз душа интересуется этим воплощением. Цивилизация Атлантида имела место быть. Вернее, воплощение имело место быть. Ты была организатором, организовывая определенные проекты, которые нужно было осуществлять, такие как строительство, узоры, выполнение техник, искусства. Это сложно объяснить, так как вы не владеете этими технологиями строения и наносения, работы с камнем, сказать проще. Общение цивилизации Атлантиды было телепатическое. Также можно было управлять определенными звуками, камнями. Я не могу назвать это камни. Это скорее созидательная и кооперативная работа с природными ресурсами. А по нашей ленте времени приблизительно можно представить промежуток, когда это происходило, хотя бы для ее ориентации? Я полагаю, это было давно очень. Я не смогу это сделать, так как я нахожусь в другом пространстве и времени. Я благодарю вас. Оставим тогда этот вопрос. Не хочу вводить в заблуждение. Все понятно, Артур. Никаких вопросов. Благодарю вас. Можем идти дальше. Пожалуйста. Восьмой вопрос. Какие знания я могу получить от своего куратора, наставника? Я расскажу тебе, как выглядит стержень внутри тебя. Это твоя душа, твои солнечные лучи, твой свет, теплота и твоя суть. Ты можешь представить ее как спираль, исходящая из копчика и идущая за витками твоей коронной чакры. Эта спираль зависит от тебя, от твоего воображения и визуализации. Она может расширяться, сужаться, быть одного размера по завиткам, быть толще, тоньше, крупнее, шире. Все зависит от тебя, как ты себя чувствуешь, как ты руководишь своим внутренним потоком солнечных энергий. Попробуй повизуализировать. То, как ты увидишь, будет откликаться в твоей сердечной чакре. Я имею в виду ту форму, которую ты увидишь. Это может быть ровная спираль, или же, как я уже сказал, расширяться, сужаться. Особенно расширение может проходить по чакрам. Потом сужение, опять расширение. Это очень интересно наблюдать за своим потоком. Так ты можешь улавливать свои настроения и синхронизировать, гармонизировать себя, биологическое тело и тонкие тела. И также быть ближе к своей душе, понимая, что правильно для души, а что душу не волнует. Например, чужое мнение. Не допускай до себя чьи-то недовольства. Твоей солнечной душе чье-то мнение и недовольство никак не должны касаться. Они это поймут, когда проснутся. Ты же проснулась, поэтому держи свою душу в чистоте. Замечательные слова. Благодарю вас за этот ответ, уважаемый Артур. Позволите дальше идти? Конечно. Девятый вопрос. Использую ли я свой опыт из предыдущих жизней в своей жизни на Земле? Несомненно, любая душа воплощается за чем-то определенным, набирает опыт и использует его не только на Земле, но и на других объектах. Набранный опыт уже не отнять. Это и есть осознанность души. Когда ты осознал этот опыт, каким бы он ни был, плохим или хорошим, главное — это осознание, принятие, прощение и продвижение. Любая душа должна осознать и принять опыт. Только так проявляется осознанность. Когда этап пройден, ставится другая задача — новый опыт,
Шаг за шагом душа поднимается вверх в своей осознанности. Благодарю вас. И остался последний, 10-й вопрос. Какие навыки еще необходимо развить, чтобы моя душа испытала полную гармонию и рост? Я не могу открыть все навыки сегодня, потому что ты не готова к ним. Это шаг за шагом. Начни с того, что я рассказала про солнечные энергии, про спираль и ее форму. Начни визуализировать, представлять внутри себя. После этого, шаг за шагом, будут открываться другие навыки, другие способности. Как я уже сказала, гради свою душу от чужого негатива. Это тоже важно. Научись этим маленьким хитростям, которые ты будешь знать внутри себя сама. Дальше по знакам ты будешь двигаться и понимать правильное направление. Благодарю вас. Уважаемый Артур, вопросов больше не осталось. Если вы хотите сейчас активировать ее стержень, если он не активирован, или что-то от себя еще добавить, возможно, это был бы самый лучший момент. О, стержень активирован, конечно, в тот момент, когда я рассказывал, как он выглядел, как он выглядит. Мы соединились с солнечными энергиями, и он засиял новыми красками, сгармонизировавшись со всеми тонкими телами. Вопросов, как я сказал, больше нет. Осталась единственная добрая традиция, которая есть в этой комнате диагностики. Я чувствую, у вас был опыт на Земле. Вы жили на Земле, имеете этот опыт. И поэтому каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит в комнату диагностики, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешения уважаемого куратора Артура, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь своей подопечной, за его ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Какой прекрасный подарок. Это мне напомнило одну деталь, которую я хотел бы озвучить. Цвет твоих энергий золотой. Представляй золотую спираль. Естественно, как у солнца, у твоих энергий есть лучи. Насколько они далеки, зависит от тебя и твоей теплоты. Благодарю вас за это дополнение, уважаемый Артур. Традиционно мы не прощаемся. Передавайте, пожалуйста, на этом месте привет звезде Солнца. Мы будем рады всем кураторам, всем учителям, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны, мы готовы убрать все, что им мешает в их развитии, открыть эту дверь, в которую они дальше пойдут уже сами. Я бы еще хотел добавить, что... Пожалуйста. Как солнечные лучи на Земле могут давать приятную теплоту, а могут сжигать. Так же и ты своими лучами можешь защищаться и сжигать. Или же давать приятную теплоту. Вас же я хочу поблагодарить за комфортную и приятную атмосферу в этой комнате. И я услышал и передам при случае и возможности. Принимаем вашу благодарность, нам очень приятно. И со своей стороны благодарим вас за эту замечательную встречу и за вашу помощь. Всего вам наилучшего, уважаемый Артур. Всех благ и до скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Марита, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. Подожди, меня что-то прибило так, я как будто под солнцем погрелась. Поставить тебя под душ? Давай. Появляется водопад с кристально чистой водой. 1, 2, 3. И ты входишь в этот водопад. Ты становишься кристально чистой. Угу. И как закончишь, выходи из водопадов. Да, знаем это ощущение после солнечных душ. Особенно ты. Хорошо. Итак, Марита. Вы получили ответы на все свои вопросы. Я так рада этой встрече. Это просто неописуемо, как я себя чувствую. Я чувствую эту спираль внутри, свой стержень. И на данный момент я ее вижу.
Работайте с визуализацией в своем биороботе, заправляйтесь энергиями, не забывайте сбрасывать негатив. Вы все делаете правильно, вы чистая, после чистки остались, так что все хорошо. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Мариты в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.